И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также с модом Argenis Reborn или Age Reborn. И сегодня мы пойдем смотреть, как здесь с элементом, с добычей элемента. Пробовать смотреть, я бы даже так сказал. Элемент в целом в этом моде нужен, ну, сравнительно на раннем этапе. Если в обычный элемент это, ну, грубо говоря, эндгейм, ты прошел боссов, да, и, ну, по факту ты уже прошел игру, то, ну, соответственно, там добывал элементы. Здесь, ой, подвисло, фризанул лучше это. Здесь элемент нужен уже в самом начале. Сравнительно. То есть, если в игру разбить на условных 10 этапов, да, то тебе элемент уже нужен, ну, примерно на четвертом. То есть, если бы у меня был бы элемент примерно на четвертом этапе, то, вот, а может даже и на третьем. То есть, ну, вот так вот. В общем, допустим, добыл ты яйцо Индоминус Рекса. А где ты добудешь элемент? Все остальное сделать. То есть, как бы, в этом плане есть какие-то вопросы по тому, как что добывать. И сегодня мы, собственно, попробуем добыть все это дело. Если что, я нашел мод. Может, на серверах как-то сделано по-другому и так далее. Но когда ты играешь в локалке, то ты как бы вообще не понимаешь, как что и где делать порой. Нашел мод, который за... Я его не добавил еще. За 5... Что там? Кристалла, 5 полимера, 5 электроники и 5 черного жемчуга делается один элемент. И это самый дорогой крафт, который я там находил. Потому что я видел, допустим, за артефакт... То есть артефакт плюс еще чуть-чуть ресурсов. Те же самые ресурсы, только намного меньше в количестве. Ты создаешь сразу же 30 элемента. Это выходит дешевле. Знаете, артефакт добыть несложно. Особенно на карте центр. Здесь вот, вот у меня там недалеко артефакт стоит. Здесь пару мест, где их добыть вообще просто вот, вот, вот так вот примерно. По щелчку пальца. Так что в целом я посчитал, что ресурсы будут дороже стоить. Тем более, что черный жемчуг здесь, в этом моде, лутается с мобов. Так что с этим вообще проблем не будет. Проблем будет, как не смешно, с электроникой. Да, как бы это было реально не смешно. Так, кстати, у меня ж мотогиль до усрача. Я так... Ой, не здесь. Я так и не сделал. Даже не попробовал сделать. Давайте заходим. Харвестер спавнер. Ну-ка. А, вот почему не попробовал сделать, да? 200 элементов. Ну, вы поняли. То есть, как бы, тут очень все за этого на элементе. Поэтому сегодня мы попробуем сделать. Как его будем добывать? В целом, ничего сложного. То есть, как помните, я уже находил с таймгерном. И с него дропается 30 элементов. И 30 элементов это вполне неплохо. Но это когда ты вот так вот с модом можешь их найти всех в списке и пошел мочить их все по очереди. Это да, это легко. Но как добыть без него? То есть я еще отметил инфорсер, которые могут все-таки спавниться на картах. Разведчик, которые могут спавниться на карте. И будем смотреть, то есть, вот допустим... Притомил ты, да ёб твою за ногу, притомил ты, допустим, альфа-лазавр, да? Видели, мощная боевая единица, притомить его сравнительно легко. Если у тебя еще и Gold Kibble, то вообще просто на изи-бризи заморочек намного меньше. То есть притомил ты альфа-лазавра и что? А можешь ты добыть элемент или нет? Вот этим вопросом я и задался. А, да, немножечко... Немножечко надо как-то строительством заняться. Ну, это уже потом. Поэтому сейчас пробуем найти инфорсеров, разведчиков, а потом уже будем уже остальным смотреть. Что, как, да где. Терминал Берлиска, наверное, лучше на синий. Так, разведчик. 260. По идее, с него вообще ничего уже не должно дропаться, да? По идее.
Ну, то есть, опять-таки же, я отметил таких мобов, с которых может что, какой-нибудь элемент дропнуться, либо элементальная пыль и так далее. Сейчас, вот тут вот в закадре показывали мне видео. У нас, ну, грубо говоря, в соседних домах летом делали крышу. Ну, в соседних, я имею в виду, там, в радиусе в каком-то. В общем, летом делали крышу. А сейчас был сильный ветер, сегодня ночью. И крышу нафиг оторвало всю. Всю. То есть, там просто по двору доски, утеплители, разбитые окна у машины и так далее. Вот так-то, конечно, весело. Благо, пятиэтажки. Недалеко летело. Но... Ну, я, кстати, чтоб я и попал. Да ты что, серьезно, что ли? Так, сосредоточились. Ну, тут просто 8 хп. Ему даже попадать-то по нему не надо. Не, он летал бы пониже, я его топором бы сбил. Да нафиг! Угу. Так. И по факту, да. Мы просто выбираем рецепт на разведчика. Все, ожидаемо. У инфорсера, я думаю, будет то же самое. Но! Надо проверить. Надо проверить. Обязательно. Сколько ты жрешь? Для создания. Спасибо, не надо. Так, инфорсер, это мы убираем. Да, уйди ты в жопу. Так, инфорсер, где ближайший? Вот он ближайший. Нет, не того отметил. Ну, короче, опа-на. Да чё, твой хвост что ли зацепился? Ну, это, конечно, весело. В общем, погнали на поиск инфорсером. Не, все-таки величественно вот эта вот бандура летает, конечно. Это прям очень величественно. Тут не поспоришь. Да, дропчик, конечно, дроп говна. Так, и у нас получается, что если что, кого... Чуть не перелетел. О! Ого! Ого! А! Ага, понятно. Unlock Prime Tech Pants. Окей. А, вот ты где. Нифига себе! Ты чё, моего инфорсера хотел завалить? Ты не офигел? Что-то это моя прерогатива. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я перезарядка! Отлично. Все, и больше ничего нету. А, не-не-не, вот он, трупик. Трупик-трупик-трупик-трупик-трупик. Тихо-тихо-тихо. Ага. Ага. О, защитник! Защитная единица! Защитная единица! Защитная единица! Но твою мать! Это же получается, сколько мне нужно их убить, чтобы сделать элемент один. То есть осколок элемента, он тратит... О, господи. Так, твою мать. Ой. Ага, ну хотя бы так. 10 пыли, 1000 осколков, то есть мне нужно... Ой, 100 осколков, ну, 1000 элементальной пыли, чтобы сделать один элемент. То есть даже для начального этапа... Их настолько мало, что это точно не оно.
А что, у тебя не направляется? Ага. Альфа-утераптор. Отлично. Давай попробуем. Альфа-утераптор. Так. Вот это, по идее, не должен сыграться, наверное. Я надеюсь. Да, если его случайно не зацепить. Ваншот, он килл. Отлично. Так, ну, это просто альфа... Их два? Офигеть! Супрайм Тайгер. Конечно, красавцы, тут не поспоришь. Просто красавцы. Но как бы да. Так. А вот про защитников-то я и забыл. Защитник. Защитная единица. А, наверное, вот это. Ага! да, что инфорсер, что защитная единица, можно, короче, на них не смотреть. То есть элемент мы с них не добудем, они здесь на карте постольку-поскольку. Кошмар. Ладно. В итоге пошел я по всему списку. Нашел здесь некоторых тековских. В них логично должен что-то дропаться. Убер дракон. Ну, сомневаюсь, что с него что-то дропнется. Ну, мало ли. Тоже тековские. Но видите, они уже... Сколько у них ХП. Вопрос, сколько у них урон будет. Саважа тоже решил глянуть какого-нибудь. Выбрал самого выдрычевого. Робо-спайдер, робо-горилла, робо-дракон. Ну, сами понимаете, робо-горилла вообще бешеные 85 тысяч хп. Здесь понятно, дело только спайдер. Опять-таки же, я без понятия, дропается с них что-то или нет. Мега-каркинос, тоже почему бы не глянуть. Мега-басилиск. Василиск, точнее. Ну, гостовские. Ну, не знаю, дропается с них что-то или нет, но вот гостов мультикор очень много. Почему бы не попробовать? Вот Гост Дракон, Гост Верн, Додорекс, тоже их как бы много. Вот с Гост Додорексом будет, думаю, полегче попробовать, потому что есть дрищевенькие. Ну или Гост Паучиху тоже попробовать. Они на земле и не летают. Вот, Апекс и Ансиент. Все. То есть дальше только уже огромные боссы, которые я сомневаюсь, что я смогу завалить на своем этом. О, кто там? О, прикольно. На своем альфаче. То есть как бы здесь в этом уже основная проблемка будет. Поэтому не знаю, что сейчас из этого выйдет. О, ядрят устоял. Еще немножко прифармилось. Посмотрим. Так, сейчас мне нужно лететь. Да, что так полетим. Может, я без понятия, куда там лететь. И будем пробовать. Ну, начнем с Ансиента. Ансиент, конечно, он еще тот жопушник. То есть он вносит урона просто дай боже. Но он вроде бы еще как бы не кровотечение наносил. Вот. Но выбрал, опять-таки же, именно вот этого, чтобы... меньше урона в себя получать. Вот, скажем так. В том плане, что ХП меньше всего. Вот, поэтому выбрал именно его. Но есть варианты, что что-то пойдет не так. Вот, скажем так, да, как ты ж бесишь вот это вот. Надо вот приземляться вот это вот так вот, чтобы было. Так. Единственное, что... На кого я... На кого я кликнул? Наверное, на самого... На самого жирного, да? Они все одинаковые. Вот только здесь, я думаю, сражаться будет полегче. Не факт. А вот здесь... Тоже не факт. А вот здесь уже больше шансов. Потому что там...
А, ну там мне еще нужно будет кое-кому лететь, так что есть смысл туда сгонять. Так. Вроде здесь не так страшно. Основное слово вроде. Так что, надо попробовать вызывать его Лазаврика. Надеюсь, мы выживем здесь. Еще, конечно, есть вариант притомить гача. И у того будет дропаться именно элемент. Но каков шанс найти такого? Ну что, давай пробовать. Да, урона, конечно, я получаю адовым. И это я получаю лишь урон в обратку. Да, так он не доходит до меня даже. А то из-за цифрок не видно даже. И что мы получаем? Мы получаем фиг да нифига, да? Если совсем уж по-простому. Прям реально фиг да нифига. Только получаем дроп. Хороший дроп получаем с них. И куча урона. Ну как, хороший. Седло Игуанодоном. Да уж. Не, ну ансентов можно мочить. Лишь только в одном случае. Когда уж совсем скучно. Урона в ответку получаешь просто адово, поэтому такое себе. А хотя подожди. Кто-то у меня здесь был еще. А, кто у меня был? Так, ну ансентов глянули. Апекс в другую. Бладмазер как раз была внизу. А, во! Мегавася должен быть. Мегавася. Так, Мегавася 1800. Окей. Значит, летим. Домой. Так. Ты летишь домой, но скоро придешь. Ну, погнали до Мега Васи. Благо, крылышки это позволяют летать прям вообще, дай боже, быстрым. Читерные крылья, которые надуваются в самом начале. Но зато очень сильно экономит нервную систему, когда ты... добрый вечер. Когда ты можешь в раз потерять всех своих... пиздюков. Летунов, пиздюков. Угу. Вот он. Добрый вечер. Prime Alpha. Ну, мне это, надеюсь, будет не сильно проблема. А вот это Snowdorexy. Ну, я тоже надеюсь, что не будет сильной проблемой. Альфа-грифон. Так, влетели. И смотри-ка, они на меня даже не агрятся. Вообще огонь. Такс. А, вот теперь вы на меня агритесь, да? Ну, тоже вариант. Так, давай, альфа, че? Может, завалим чутка. А кто там у нас вдали? Разъяренный пораженный тиранозавр. Сомневаюсь, что это хорошая идея пытаться его завалить. Но, давай смотреть, что здесь мне дропнулось. Ровным счетом ничего, кроме всякого говна, ну, понятное дело. И чуть-чуть опыта. То есть, прям... Это тоже не вариант. А, мега-василиск это альфа-василиск обычный. Понятное дело, то есть это нужен только для дропа... Ну, возможно, еще жемчугом. То есть, а, ну и то, наверное, жемчуга я залутал с альфача. Такс. Поставили на виверну. То есть тоже как бы в этом сильного смысла нету. Так, если летят домой.
Это то, что я мазан дропал. Просто смотрю, мало ли сундучки какие вот остались. Но сомнительно, вроде бы все дропнулось в инвентарь. Да, то есть это просто дроп хлам. Понятно. Ну что могу сказать, летим обратно. За ГОСТ. Я, кстати, Требинов не. Опа, чё? Это текстиком. Погоди-ка. Это миньоны. А с миньонов? Ага, смешно, конечно. Как с вас дропает столько кератин? Ну что, пробуй. Ой, подлагнуло. Ну нормально. Шумно очень, конечно. Но нормально. Но, сами видели, мне пришлось хилку прожимать. Экран покраснел уже, и это была проблема. То есть, он даже урон не вносит в меня. Но я сам себя убиваю об него. И именно по процентам. То есть, мне не хватает ХП, чтобы его вывести. Так, ничего не дропнулось. Миньончик исчезли. Что логично. Ну, 122 элемента я получил. А, ну это. 122 элемента я получил, но я по ХП не вывожу. То есть моя процентура урона, которую я вношу, точнее, которую урон они мне вносят от того, что я и по ним дамажу в обратку, это перебор. То есть без хилок их просто не вывести. То есть нужно равномерно качать и ХП, и урон. Ну вот, сейчас давай еще попробуем. О! А, не, вот пошел урон. Или подожди, или это не так урон по мне вносил он? Это-то он не вносит? Урончик-то. Хм. Неужто это он по мне так урон вносил? Ну вот он вносит по мне урон и все. Возможно, из-за того, что это был трайк. И урон не отражался. Может, вот настигач. И мне на него как бы пофигу. Интересная задумка. Потому что, ну смотри, вообще просто ни о чем. Необычный, мой же реген меня и спасает. Хорошо. То есть, элемент добыть вполне легко. Если они будут спавниться, что самый главный вопрос. То есть вот, я ему 12 лямов, почти 12 лямов ХП разнес. Prime Tech Sword. Хм.
И они одинаково делают. Или не одинаково. А я, сколько я там уже не помню было. Ладно, не важно. Prime Tech Sword. И что-то там еще у меня открылось. А, Prime Tech Rifle еще была, да. Вот, Rifle и Sword. Причем это праймовские. То есть они явно будут уже побосевее. Мне, конечно, они нафиг не нужны. Но это уже интересно. То есть, что самое главное? Мы можем добыть элемент. Стековских динасов. Стековских динасов мы можем добыть элемент. Но, смотри, сколько на карте всего. То есть, было их по два на карте. Я их же завалил уже. Так. То есть, с них тоже элементов мы много не добудем. Заспавнится. Они заспавнится? Или заспавнится? А заспавнится ли? Что самое главное. Так. Ну ладно, с этих мы можем добыть элемент, но явно не в количестве 5000 и так далее. Так, ну Абекса мы еще не скоро достанем. Вот Ghost Bloodmother. Давай Ghost Bloodmother попробуем. Так, давай тебя прокачать. Все-таки давай тебе 1,5 миллиона сделаем хп. Ну так, на всякий случай, чтобы было. Вот, и как бы металлом. И так уже будет, думаю, лучше. Так, отправляем тебя до дома. Так и апрем там максималки, по ходу дела. Даже интересно, это где она может быть-то, а? Неужто под текстурами вообще? Ну-ка. Вот это прям сейчас будет тупость. Так, Мишенька, давай тобой отойдем. Ой-вей. Мне это очень сильно не нравится. Но, по ходу дела, она прям конкретно под текстурами. Так, а что у нас есть еще ниже вот этой позиции? А по сути ничего. А не на арене или на какой-нибудь она? Вот дурная кошара. Ну, бывает. Ладно, другую глянем. О, зато гостовая горилла тусует нормально. Где-то по верхам. И это уже лучше. Это уже хоть что-то. Как бы она тоже не была в текстуре. Ой, как мне это не нравится. Мне это очень сильно не нравится. Вот там, походу, дело рядом с поясом Додорексом. Да уж, эта игра, конечно, очень веселая. Здесь же нет каких-нибудь пещер? Я не помню, есть здесь пещеры, нет? Что она где-нибудь там... Вот там заспавнилась она, в пещере. Нет же ничего здесь.
Так же ж они любят спавниться в текстурах. Кошмар. Ладно, додорекс так додорекс. Погнали на красный обелиск. Вроде этот. Да уж, и сразу погрузились в какую-то полную вакханалию. Оу! Ёпс тудей. Что здесь творится? Я даже боюсь туда смотреть. Ой, тут еще и виверна за мной летает уже. Ладно, оторвемся. И на новую бы не нарваться. Оторвался. Отлично. Так. Так. Ты ёб твою ж конченый кусок говна. Ну! А, я тут Рекс надо же было ржать. Так, вот тебя хотя бы, да? О, Эвил Маус, адская крыса. Просто вот. Вот это я понимаю, ник так ник, адская крыса. Чисто сразу вот такое, обозначаешь, кто ты, короче. Ой-о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 й
Bullet Pack, Arrow Pack. Отлично. Это мне было... О, элементали. За то, что его грохнули. Просто за то, что его грохнули. Вопрос в другом. А что с его это лутается? Разовая Вегеру, друг Затулео. И тише, позатише. А вот оно мне надо? Вот скажите мне, вот оно мне надо? Вот оно мне это надо? Я не знаю. Но! Какая разница? Надо, не надо. О, все согрелись на меня. Красавчики. Надо, не надо. Я что поделаю? Ой-ой, просто ты в жопу прямо того большого чудика врезался. Так, а что там за дроп? Ну, что-то вроде интересный. Ема, 132 миллиона. Как я тебя буду мочить, я не знаю. Ужас. Так. Какой ты этот лик самый дрочевый, пожалуйста. Пожалуйста. Да уж. А почему бы и нет? Раз рядом. Халява дело такое хорошее. Только сейчас бы свои шмотки из этого всего найти. Во, нашел. В общем, я, короче, я не знаю, зачем мне яйцо виверна. Ну, честно, я вот даже представить не могу, зачем мне оно. Но пускай будет. Ладно, погнали еще Дудорекс попробуем. Робо-гориллу, робо-паучиху, я думаю, точно не вывезу.
Поэтому реально без шуток у меня только одни мысли. Это Stikeburn и Tek. Но тековских очень мало. Прям очень их мало. Твою мать! Хрена, там был какой-то урон массовый. А, добрый вечер. Слушайте, а может броня-то нафиг-то и не нужна? Ну, я имею в виду, большое количество брони нафиг и не нужно. Просто праймовские шмотки не должны ломаться. Это, конечно, да. Брони имеют они немного, зато они не ломаются. Охренеть. Вот поэтому я говорю, что очень кайф вот с этими крылышками. Ты это не теряешься. То есть ты не теряешь динсов. Ты вот, ну поломались шмотки, ну что поделаешь. Короче, мой вердикт. С элементом на моде очень плохо. С элементом на моде. В моде, я бы даже так сказал. Поэтому мысли очень сильно ноль. Кстати, что есть у меня? Ну да, вот опять соль у меня почему-то не работает, кусок говна. Где эта соль? Вот. Оп! И чё? Правильно, вот. Опять заработало. Говно. Пожри. О, элемент панциря. Много хитина могу взлутать с него. Которого у меня и так сейчас много. Да. Короче, буду ставить мод на элемент. Другого варианта я просто-напросто не вижу. Да, элемент я добыл. И немало. Но, если так подумать, то это очень мало. Это прям крайне мало, учитывая, куда он только не расходуется. В каком количестве он только не расходуется. Кстати, где элементальную руду брать, я без понятия. О, металлолом хорошо не переплавил еще пока что, он пригодится. Ну и праймовские шмотки надо будет сделать. Они это, хотя бы не ломаются, у них прочности нету. Вот видишь, урон оружия, сопротивление жаре, сопротивление холодно, броня. Заглядываем в шмотки, прочность. У праймовских шмоток нету прочности, так что я буду все шмотки переделывать из вот этого в... Ну ёп. Вот в этом. Мне бы, конечно, вот эти шмотки какие-нибудь открыть. Здесь всякой брони побольше будет. Но вот это у меня нету возможности. А, ну это. Они у меня еще и не изучены каким-то макаром. Так, ладно. Создаем харвестером. Так, единственное, что... Да, вот это распечатываем. Так, обнажим. Ну, так-то нормально накидывают. Миниган. Интересно даже. Так, дробаш. Интересных пуль накидывают. О, взрывная стрела. Делающая бум. Прикольно. Снайперская. Возьм дарк. Ну, для дробовика лучше оставить. Потому что у меня вот дробышечек есть. Кстати, вот лучше вместо этого поставить. Это нужнее будет на раскладке. Миниган. Гриндол.
Сколько ж я говна себе насоздавал. Так. Это я что, цементную пасту сейчас, да, разобрал? Это я, конечно, могу. Мотогель, мотоген. Да уж. Говна, конечно, я налутал здесь. Просто ужас. Просто ужас. Так. Вот теперь точно создаем. Только не здесь, а вот здесь. Именно создаем харвестер. Попробуем, что из этого выйдет. Да. Я не знаю, зачем он мне нужен. Так, погнали на улицу. Да ёб твою ж за ногу. Хоба! Хоба! Вы приручили харвестер. Это что, реально харвестер обычный? Охрененно. Охрененно. Так. Не-не, здоровочка, естественно. О, надо шмотки починить. Ха! Я что-то и забыл. Да, вот они, сумки. Охрененно. Ой-ой-ой, это хорошо. Вот так же хиляется, отлично. Так. А, надо шмотки починить. Я думаю, что я сейчас не взлететь не могу. Я ж это, голожопый. Ха, прикольная имечка у тебя. Ну-ка, погнали. Да! Все работает. Если я правильно помню, то здесь нужно лучом по максимуму осветить, чтобы он все это дело захватил. Отличненько. Да, он лутает. Здоровочка, опять-таки же, это на всякий случай. Ну, а по идее, ему только скорость передвижения же, да, нужно? А, ну запас заряда нужно. Точно. Вот запас заряда, это прям вообще норм тема. Ну и скорость передвижения тоже было бы неплохо, но для этого надо добраться и супчики поделать. Кстати, там, наверное, пиво у меня уже создалось в нормальном количестве. Так. Я теперь хочу другое проверить. Так. Ну, это вообще супер. Это прям супер. Па-п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 а
Точно, зима. Дэээм. Вот, на зима. Зима, зимушка, зима. Отлично. Ну да, вот он. Лучом проходишь по всем, и вот он лутает. Так, и что у нас здесь? А? Помни-то... Вот это я понимаю, кайф. Не, у меня, конечно, есть анкилка. Но, как универсальный сборщик, это, конечно, кайф. У меня... Так, погоди-ка. Сумочка, сумочка, сумочка. Надо будет, короче, на базе все это делать, пункт сбора. И надо уже лутовую, короче, сделать. Вот что самое главное.
Хо-хо-хо-хо-хо! Пораженный тираннозавр. Отлично. На тебя мне пофигу. Просто ты посмотри, сколько он всего добывает. Слышь? А не пошел-ка бы ты в задницу отсюда. Понял? Братан, сеструля, нужна помощь! Почти угадал с седлом. Нет, пожалуйста, не падай! Спасибо. Я бы задолбался за тобой бежать. Вниз. Ну, красава. Ого! С пораженных что-то еще дропается? Нифига себе, клево. Почти угадал. Домой. Вот это я понимаю. Как таковое, я очень мало фармер на страйдере, потому что он у меня появился, и примерно вот как сейчас тоже. Ну, можно так сказать, уже ничего не нужно было. Поэтому, честно, я вот прям кайфую. Вот это вот и все, аннигилейт вокруг, это, конечно, кайф. Домой? А ты пошел в жопу. Хм, это проблемка. Он по высоте не влазит сюда. Нифига себе. Бам. Чем? Я доволен как слон. Мы сделаем запас заряда и скорость передвижения, чтобы гонял как торпеда. Еще больше. Вот так вот. В общем, ресурсы лутают просто супер. Потихонечку, полигонечку, зато все и сразу. А, он еще заряд потихонечку тратит, восстанавливает и так далее, понятно. В общем, ему нужно... А, тратит он, потому что какой-то дебил забыл отключить ему это. Теперь нормально? О, теперь не тратит, просто заполняется. Ой, ладно. Конечно, я все-таки кайфанул. От всего этого сбора. Да ёпарасоте, вот она что-то стала застревать, тпкается сюда и застревает в этом дебильном телепорте. Вот, отлично. В общем, все просто замечательно, я доволен. Единственное, чем я недоволен, это тем, чтобы добыть... Куча элемента, кстати, да, я вот это все убрал. Куча элемента добыть мне нужно. Мне нужно прям локацию, именно карту зачищать все вот туда. Я не знаю, как на серверах, вот, но на локалке, сами видите, они спавнятся не очень, и поэтому без мода точно никак. Без мода на этот, я имею в виду, на создание элемента. Поэтому, ой, что-то пытаюсь запихнуть. Поэтому посмотрим, что, когда, где будет. Кстати, что у нас с миском? Отлично. Миска полно. Можно будет состряпать себе элемент. И уже создавать то, что нужно. Точнее, выращивать альфа. Индоминус Рекса. Именно к этому я стремлюсь. Потому что для флейма нужны будут нужны шпяки, для шпяк нужно будет куча элемента. И вот это вот все упирается именно в одно, в элемент. Ну а что, на сегодня уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.